Исполнительницы главных ролей в новой экранизации «Маленьких женщин» рассказали о библейских ценностях, которые демонстрирует героиня этой истории, сообщает портал «Виктори» со ссылкой на Christian Post. Недавно состоялась мировая премьера новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Как отметили актрисы Лора Дерн, Сирша Ронан и Элиза Сканлин, героини этой истории остаются позитивными образцами для подражания для женщин сегодня, демонстрируя библейские ценности доброты, милосердия и бескорыстия. Американская актриса Лора Дерн, известная по картинам «Большая маленькая ложь» и «Парк юрского периода», говоря о своей героине, отметила, что для нее материнство глубоко духовно. Как отметила актриса, героиня вдохновляет своих девочек держаться истины и не отказываться от своих целей и мечтаний. Как объяснила исполнительница роли Джо актриса Сирша Ронан, в персонаже ее привлекла преданность семье и решимость идти вперед за мечтой, несмотря ни на что.